Всем привет! Привет, привет! Рональдо и Зенит приветствуют вас, и Мордовия против нас у себя дома принимает, в общем-то, Зенит, наш Зенит. Ой, Лигу чемпионов смотрели? Надеюсь, что да, прикольно. Но Зенит ЦСКА проиграл. При этом по игре, конечно, не хуже, чем Манчестер был. Ну, в том смысле, что грамотно-то в защитке играли. Но гол пропустили, потому что Думбия как бы простил. Если бы Думбия на Мусу отдал, то 1-0, и Манчестер, я думаю, фиг бы чего сделал. Но так уж есть. Так уж есть, и 1-0 в пользу Манчестера. Ну, завтра Зенит еще играет, так что за Зенит поболеем. Ну, а, конечно, жаль, что ЦСКА не удержал ничейку, ну, и вообще должны были побеждать. Вот. Но всякое бывает, это футбол, и если ты не забиваешь, забивают тебе. Классическая тема. Как меня папа учил. Вот так в футболе всегда бывает. И ведь это говно работает, черт возьми. Не забил, забьют. Все как по науке. Шатов. Ну, это на тоненького там было. Хави Гарсия там, типа, в последних матчах просто бог. Офсайд, если чё. Матеус какой-то. Я уже играть как забыл, на самом деле. Шатов. Что ж ты? Ну, неплохо. Отнял мяч. Я хотел нафинтить, там что-нибудь пробежаться немножко. Штрафную. Рональдо, чистый отбор вообще-то. Ну ладно. Жаль, что такие чистые отборы судья свистит по какой-то причине. Ну да ладно. У судьи свое мнение, как мы привыкли говорить. Иначе нас дисквалифицируют за гон на судью, за клевету. А завтра Челси еще играет в Лиге Чемпионов. Мауриньо там будет пытаться что-то наладить. Должно быть интересно. Но это пенальти. Это штрафной. Но на желтую точно. Не? Судишка, посмотри на этого хитреца. Блядь, нету никакого пенальти. Криштиану... Ну, я даже не знаю, на самом деле. Не особо это на удар тянет, поэтому навесим. О, Рональдо. Второй гол за Зенит. Ну, вообще. Этот тут бедный. Весь в драме. Навес Черышевой. Фу, Рональдо.
Ну, конечно, классно ударил. Только Рональдо так может. Я, конечно, рад, что Рональдо забивает. Это достаточно важно, мне кажется. И для него, и для команды. Ну, главное не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Неплохо. А чё, не пускает такое? Рональдо. Просто царь еще и в защите отработал. Побежал Дзюба. Блядь, Дзюба. Твоя техника порой меня удивляет. У них Леталек играет. Дзюба, беги. Могло быть опасно. Роналдо, конечно, очень старается. Криштиану на шаттл. Ну, Криштиану, блин, пасы отдает, я вам скажу. Фантастически. Дзюба не смог завершить. Ну и Криштиану. Один удар, один гол. Это еще что было? Главой. Нет, это не угловой. Это очередной штрафной. И мы навесим. О, Криштиано. Второй хотел забить. Супер сейв. Да, Криштиано, конечно, монстр. Это что? Я что-то не то сделал. Я кнопку удара нажал там и не отпустил. Игра рукой. Шатов. Пенальти. Я люблю говорить пенальти, но мне никогда не ставят пенальти, на самом деле. К сожалению, в отличие от моих соперников. Это было близко. Эй! Дзюба, а чё ты? Ну, вот этого я не понял. Что Дзюбиньо как-то не особо. Фу, Криштиано там уже просто собирался решать. Хороший отбор. И этот тоже, кстати. Here comes the support. Шатов тренится в финтах. That passing is top class.
Рональдо монстр. Ну, Витцель в пустые ворота промахивается. Ну, бывает. Бывает. Видимо, что-то у него утром не задалось. Повздорил с женой. Так, Витцель, попрошу. Бляха-муха, ну ты булка. Ну ты булочечник. Ну беги. Беги, Олег. Нет. Олег не добежал. Это не карточка. Давай, не надо. Чувак, он сам от меня ударился. Камон, ты ж видел. Странно. Очень странно. Это пенальти. Я, конечно, извиняюсь за эти пенальти дурацкие. Мне так хочется, чтобы мне пенальти бесплатно подарили. Ну не, не в мои ворота, конечно. Ладно, чё там. Шатов как-то не идёт. Я думаю, Халк начнёт второй тайм в основе. Анюков даже пасы умеет делать. Чуба. Кто добегать будет? А это лыж нету. А это кто, Черышев? Это был Черышев. Ну, ладно, Криштиану, давай-ка ты отдохни. Ты так хорошо пашешь на поле. А мало ли, какая-нибудь травма там или еще что-нибудь. Ух! Нормально, Денис. Дзюба, кстати, тоже подустал, можно поменять, наверное. Финтец не удался. Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal to put his team ahead. He'll be pleased with that first 45 minutes. Oh. Бля, по жопе там кому-то прилетело мячом. Axel Witzel. Да, что за херня? Here's a chance to move forward from midfield after that interception. Another transfer involving Kevin De Bruyne. He has moved to Manchester City. Да, De Bruyne вообще похер. У нас Криштиану уже есть. They've invested in good potential in a player that can only get better for me.
Да. Халк в отборе это что-то. О, нифига себе. Причем это их первый момент был, на самом деле. Блин, Дзюба устал, мне не нравится. Надо бы замену. Дани можно на фланг, например. Авелозо. Ну, например, так вот сделать. Витцель будет нападающий, типа. Ну и для Дани, для Халка, очевидно, надо забегание делать. За шиворот в контратаку играть. Вот это финт. А видели финт? Блин, я его покажу сейчас. Instant replay. И как этим пользоваться. Так, погодьте, погодьте, погодьте. Стоп. Мотаем назад. Во, вот здесь. Далее камеру. Как? Hide it. Set slow speed, во-первых. Ща. Во. Далее. Камеру можно менять, я так полагаю. Во. Смотрите. Супер финт. Я могу крутить, да? Чпок между палочек. Как вам такой финт? Могу показать еще раз. Смотрите с этой камеры. Чпок одним касанием между палочек. Красивый момент. Я даже сделаю видеоклип себе на память. Это один из финтов, которые у меня прошли. Я горжусь своим финтом. Точнее, финтом Дани. Это было прикольно. К сожалению, неэффективно в итоге, но потенциально опасно. Супер сейв. Ну, это мне повезло. Это мне повезло. Бля, а чё? Я вообще не понимаю, как он вытащил это. Что это за сейв? Как это он спас? Дикость. Но это круто. Ну, это величайший сейв был. А чё, монстр? Дани. Так, второй раз финтец не прокатил. К сожалению. Блять. А, Милков! Ну, это было опасно. Эй! Да ёлки-палки. Блин! Ну я вообще лох.
Я уснул, и мне гол забил. Ну, конечно, игра, надо так побеждать. Ничейка это что-то как-то совсем грустно. Ну как бы все. Замен. Я от всех своих атакующих футболистов убрал. Ни Криштиану, ни Дзюбы. Кто будет забивать, я не знаю. Ну, по крайней мере. Бля, я буду стараться атаковать. Это еще что за говно, а не пас? Кто это был? Пипец, я вообще не туда указывал. Какого хрена? Кто это был? Это нету был, наверное. У него как раз желтое. Ну, это опасный штрафной. Ну и Вандервард. Ну, это фол, конечно. О, такая драма. Халк, извини. Бля, у нас нет на поле Вандерварта. Ёптель. Ну, как бы все. Ну, ладно, давай, Халк. Делай что-нибудь. Доказывай. Говно? Бля, как же это рядом. Ну, Вандервард бы забил. А я лажанул. Вандервард не вышел. Вместо него Вилозу. Вот, ребята, вам и замены. Неграмотные. В деле. Блядь, куда пас? Пипец, конечно, я такую победу упустил. Нет, я еще не упустил. Но... угловой. Угловой, и где же, все? Давайте-ка подключаемся. Было близко. Да. Ну и пасуля. Так, аж штрафной надо было забивать. У меня был охерительный шанс, которым я просто не воспользовался. Фол. Что? Нет фола? Охеренчик. Давай, all-out attack. Пенальти. Да камон. Пенальти. Рука, во-первых. Бля, мне такие пенки ставят. Вот козел судья. Вот это фейковый мудень. Ну ладно. Вот это я победу упустил. Да. Печально. Но Криштиану молодец. Криштиану молодец.
Но, блин, надо было выигрывать. Всем спасибо. Мордовия 1, Зенит 1.